Всем привет, это четвертый выпуск подборки товаров, и в этом выпуске я решил показать вам новогодние товары, так как близится Новый год, он уже совсем скоро, но если вы закажете сейчас прям товары, то они еще успеют прийти. И вот этот выпуск будет посвящен именно новогодним товарам, всяким интересным товарам. Также, возможно, немножечко у вас появится новогоднее настроение, которого сейчас ни у кого нет. Давайте начинаем! Первое, что хочу я вам показать, это вот такой вот миленький небольшой снеговичок. Стоит он $3, 20 сантиметров в высоту он и в ширину плеч 12 сантиметров. Думаю, перед елкой поставить такого вот красивого снеговика или повесить на елку, думаю, будет прикольно. Вот так вот он красиво выглядит. Дальше я вам хочу показать вот такую вот тоже интересную вещь. Сюда, как вы видите, можно вставлять всякие там сладости. Высоту он 22 сантиметра, в ширину 18. Это, как я понимаю, ноги эльфа. В принципе, если вы сюда засунете несколько конфеток и подарите кому-нибудь, думаю, будет приятно и действительно какому-нибудь ребенку уж точно. Вот так вот все это дело выглядит, стоит достаточно недорого и, думаю, многие захотят это себе купить. Дальше идет такая вот вещь, это наряжать можем бутылочку с шампанским, с вином или, например, кока-колу. Вот так вот все это дело выглядит и, думаю, также на рождественский стол с родственниками, друзьями будет вполне себе красиво. Стоит это все дело всего лишь-то $1, то есть очень дешево. Дальше идут вот такие вот тоже симпатичные снеговички, Деды Морозы, олени, которые еще и светятся. Это мы можем на себя надеть вот таким вот образом или повесить на елку. Это все дело будет светиться и ночью будет вообще очень красиво. Стоит это все дело всего лишь-то $1, так что покупайте. Дальше идет вот такая вот небольшая уже наряженная елочка стоимостью $3.76. Есть три варианта на выбор. Вот такая вот. Вот такая вот еще и вот такая. Вот эта первая мне нравится прям больше всего. Елочка небольшая, 20 сантиметров, опять-таки, в высоту. Но думаю, как раз перед компьютером поставить, чтобы у вас хоть какое-то появилось новогоднее настроение, будет очень круто, при том, что уже она наряженная, вот. Все уже здесь есть и стоит вполне себе недорого. Дальше идет такая вот симпатичная наклейка на, не знаю, на стекло автомобиля, на стекло вашей квартиры. Думаю, тоже будет очень стильно. Стоит всего лишь что $2. Есть разные, как видите, наклейки. Также будет все светиться. Стоит недорого, так что покупайте. Следующие это такие вот прям очень маленькие елочки, которые тоже светятся. Типа ночничков, тоже как сувенир кому-нибудь, как подарок. Думаю, будет очень приятно. Стоит это все дело всего лишь $1.39. Вот так вот все дело выглядит. Прям несколько штук. Если купить, то вообще будет круто, светится разными огнями, вот, очень крутая вещь. Дальше у нас идет вот такие вот тоже игрушки на Новый год. Они тут совершенно разные, есть вот такой вот олень, есть снеговичок, и тоже очень все дело выглядит круто. Подарить кому-нибудь, любимой девушке или кому-нибудь еще, стоит это все дело всего лишь-то $3.43. На мой взгляд, и в высоту они от 51 до 80 целых сантиметров. Также вот сюда вы можете вставить какую-то еду, конфетки, да. И будет еще круче подарок. Думаю, вот это прям очень крутая вещь. Так что успевайте купить. Скоро Новый год. Дальше идет у нас то, что, наверное, нужно многим. Это шапочка такая вот новогодняя. Стоит всего лишь 50 центов. И действительно, как раз на один Новый год она сойдет. У меня такие уже были, я их покупал каждый год. На этот год, наверное, покупать не буду. И как раз один Новый год они спокойно выдерживают. Ну, за 50 центов, думаю, требовать большего и не нужно. Следующая, это такая вот миленькая сумочка Merry Christmas. Тоже как сумочка для подарков сойдет. Или, например, ходить с ней по магазинам тоже. Люди будут смотреть, у них будет появляться новогоднее настроение. Стоит она всего лишь 88 центов. Очень такая вот красивая, хорошенькая сумочка. Дальше идут вот такие вот 12 целых носочков на елочку. Разных есть цветов. Целых 12 штук за всего лишь $3.29. Вот так вот все это дело выглядит. Можете повесить это все дело на елку. И будет все очень даже круто. Или
по одной подарить друзьям или коллегам, тоже, думаю, будет бюджетно и стильно, и красиво. Следующий — это вот такой вот новогодний набор для фотосессии. Вот, сможете с друзьями в новогоднюю ночь сделать вот такие вот фотографии. Думаю, это тоже очень, вполне себе интересный набор. Стоит всего лишь $3, но фотографии, которые вы сделаете с ними, думаю, вы сможете смотреть каждый год. Целых 27 штук, совершенно разных. Так что успевайте купить, а мы идем дальше. Дальше идет целых 5 вот таких вот Дедов Морозов, которые стоят на подарках. Это тоже новогоднее украшение на елочку. Стоит очень дешево. Это всего лишь 20 центов за штуку. $1 стоит 5 штук. Это очень дешево. И на елке, думаю, будет смотреться вполне себе красиво. Вот видите, такие вот разные Деды Морозы. И давайте перейдем к последнему товару. Последний товар — это вот такие вот снежинки, которых здесь целых 30 штук за практически $2. Можете это украсить елку, свою квартиру вот таким вот образом. И будет очень круто, и на Новый год прям очень будет стильно, красиво, весело. Вот такая вот подборка товаров, посвященная Новому году. Решил я сделать эту подборку товаров, так как скоро Новый год, новогоднего настроения нет, и пусть хотя бы вот как-то так оно хоть немножечко у вас появилось. Покупайте товары на Новый год на AliExpress, пока есть возможность, так как совсем скоро уже возможности не будет, это все дело придет после Нового года, а сейчас, если вы закажете, то это вполне себе успеет прийти. А с вами я попрощаюсь, всем удачного Нового года!